Mitsubishi Chariot, тем, кто вдруг еще не менял, то передние раздатки, вот она сливная, немножко испачкана, потому что я сейчас слил масло, а заливная вот здесь заливается. И заливать буду вот такое масло. И хоть у него почему-то минус 20 указано, при минус 32 нормально себя ведет. Ездил уже, блин, больше 10 лет на нем. Везде в трансмиссию лью. Этот у меня на автомате, а до него все были на коробках. И в коробку лил. И никаких печалей не знал.